Ксюше мне 10 лет. Я учусь в 5 классе. Я занимаюсь плаванием и флай-йогой. Люблю много гулять, делать домашние задания. Но больше всего я люблю петь и танцевать. Я буду рада представить вам свою новую композицию под названием «Ась». Надеюсь, вы ее полюбите так же, как и я. Пока! Да, очень надеемся, что мы полюбим новую композицию и нашу героиню сегодняшнего выпуска рубрики «Талантище». Знакомьтесь, в гостях у меня Ксения Жидобина. Доброе утро, Ксюш. Доброе утро. Ксюш, расскажи, пожалуйста, ты такая вот активная девочка, занимаешься флай-йогой и плаваешь, танцуешь, поешь. А у тебя есть кумиры? Да, у меня есть кумир, это Григорий Лепс. Моя любимая композиция у Григория Лепса – это «Самый лучший день». Слушай, а «Самый лучший день» в твоей жизни он был? Да, он был. Это воскресенье, каждое воскресенье. В каждое воскресенье мы с родителями ходим куда-то гулять, по парку, в... То есть, получается, хочешь. Сегодня у тебя самый любимый, самый лучший день? Да. Здорово, слушай, так совпало, у нас тоже воскресная программа. Скажи, пожалуйста, а что тебе нужно для счастья? Счастье заключается всего лишь в чуть-чуть. Улыбки моих близких и родных для меня это счастье. Это правда? Да. А большой-большой подарок на день рождения? Нет. Нет? Это не счастье. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за песня, кто тебе написал, и вообще, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать... Я предпочитаю медицину, именно стоматологию. Но параллельно я бы хотела заниматься вокалом, в разных конкурсах участвовать, зарабатывать первые места и получать много аплодисментов. Здорово, это когда вырастешь, то есть ты будешь и зубки лечить, и песни петь? Да. Интересное совмещение. Ксюш, расскажи про песню, кто тебе ее написал. Песня «Ась» написал мне Мариан Алексеевич Стырча. Мне, когда я ее услышала, мне она очень понравилась, потому что это песня со смыслом. Нельзя игнорировать свою жизнь. Прям так глубоко, да? Да. Здорово. Ксюш, ты знаешь, сегодня Всемирный день мам. Да. И у тебя есть просто вот уникальная возможность сегодня поздравить самого близкого тебе человека. Да. Я бы хотела поздравить свою маму с праздником, пожелать ей моря счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. А я тоже желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо. Потому что оставляю тебя здесь, на этой сцене, для того, чтобы ты представила свою композицию и спела для всей страны. Спасибо.
Напомню, сегодня мне в гостях 10 лет исполнила такую красивую композицию Ксюш. Не задала тебе вопросы, хочу исправиться. Твое самое большое достижение на сегодняшний день, как ты считаешь, это что? У меня много достижений. Например, я участвовала в конкурсе «Nova Latinitas» и заработала первое место. Я научилась хорошо плавать, занимаюсь флай-йогой, а также люблю танцевать. Слушай, а сколько лет ты занимаешься вокалом и как давно ты поешь? Я занимаюсь вокалом 1,5 года и петь начала я с детства. Мне это нравилось, и я втянулась в это. Ты втянулась в это? Да. И собираешься только набирать обороты? Да. А мы знаем, что у тебя есть еще и первый видеоклип. Да. Мне кажется, это тоже достижение. Расскажи о нем. Первый клип я написала летом, сняла летом, и эту песню мне написал Олег Баралюк. Эта тоже песня мне очень понравилась, и надеюсь, она вам тоже понравится. Расскажи о ней вообще, о чем бы ты хотела петь для людей? Петь для людей я хотела бы о жизни, о реальности, о событиях, которые были у меня в жизни, и передавать их в песнях. Ну вот, например, если тебя спросили, ну вот есть возможность, и мы тебе подарим песню, только ты дай тему. Первой темой была бы? Жизнь. Моя жизнь. Твоя жизнь. Здорово. Ну, мы готовы представить вниманию наших телезрителей и твой видеоклип, который называется, на песню, которая называется? «Адива Румио». «Адива Румио». Dragostea e o avere pentru orice om. Ia de viață și putere tot ce-mi vreau să dăm. Ce mari și ce mici, părinți și bunici, vom să fii bine, mâini vreau sunt de mine. Simt că un tânăr și sunt sigură binele-mi doriți. Вот она, настоящая жизнь нашей героини рубрики «Талантище» Ксении Жидобиной. Ксюш, ты карьеру певицы все-таки будешь делать, насколько я поняла, да? Да. Мы тебе в этом желаем удачи. И твои пожелания нашим телезрителям, особенно всем тем маленьким, которые хотят принять участие в этой рубрике. Всем тем, кто хотят принять участие в этой рубрике, я хочу пожелать удачи. Ни в чем не бояться, не стесняться. И пожелать всего самого лучшего. И мы тебе желаем всего самого лучшего. Спасибо. И движемся дальше, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на Первом развлекательном.